днем рождения Северный народный банк! Ура! Северному народному 25. В истории мировой банковской системы это небольшой срок, но весьма зрелый возраст в условиях российской действительности. Рождение банка пришлось на те самые 90-е, когда инфляция достигала заоблачных высот, а кризисы сменяли друг друга. Было 2470, что ли, банков. Осталось в России всего 470 банков. Вот вам просто как бы определенное движение. То, что мы сохранились на рынке, работаем и добиваемся каких-то результатов, это уже тот результат, который за 25 лет достигнут. За четверть века банк завоевал прочные рыночные позиции, репутацию надежного партнера, ориентирован на кредитование малого и среднего бизнеса. Так Северный Народный помогает расти местным предприятиям и развивается сам. Это единственный региональный банк на сегодняшний момент, работающий в республике. Мы считаем его абсолютно стабильным. Мы хотели бы им пожелать оставаться такими же стабильными, надежными партнерами, каковыми они являются сейчас. Северному Народному банку интересно, как развивается ситуация в республике. Он наиболее к ней близок, наиболее готов разбираться в ситуации, подставлять свое плечо. И, в общем-то, именно это дает нам дополнительные возможности. Большинство клиентов – местные компании, около 4000, и жители региона. Главный офис в Сыктывкаре, филиалы в Ухте, Усинске и Москве. Гибкость и оперативность – главные конкурентные преимущества банка. По сути, по всей продуктовой линейке мы можем под потребности клиента сформировать то предложение, которое его устроит здесь и сейчас. Всегда помогут найти верное решение сотрудники банка. Это более 300 профессионалов. Благодарность клиентов и партнеров стали заслуженной наградой в день торжества и залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества.